еще одна возможность глубже познакомиться с этой песней. Она живет в творческом комплексе «Истина большая». И это сразу ей придает такую тонкость и, наверное, ощущение сказочности. Песня-сказка. И она знакомит с героиней, снежной бабушкой. Такой очень особенный герой в сказочном мире. Столько у него заботы, столько таких действий, направленных на счастье других. Благодаря тексту песни можно прямо познакомиться с образом жизни этой героини. И для меня открылось, насколько этот такой бескорыстный герой, насколько он любящий. Это прямо, знаете, открывается образ того, как можно относиться к окружающему миру и к людям, и к вообще, в принципе, ощущать этот мир. Как эта героиня, она прямо чувствует все, что происходит вокруг, и так очень-очень мудро проявляется. И благодаря тексту можно прямо углубиться в смысл этой песни. И для меня открылось, что эта песня очень глубокая, и она вроде бы она песня-сказка о такой героине сказочной, снежной бабушке, но столько в ней смысла живет, это как такой пример осознанной жизни. Очень, очень интересно знакомиться с этим образом.